Привет, дорогие наши друзья! Привет, друзья! Сегодня мы приготовим, как вы думаете, что? Мы приготовим тот самый традиционный, нами всеми любимый борщ. Мы сделаем с нуля все. Бульон, заправку, зажарку, замазку. Все будет с нуля. Мы его приготовим на костерке, на мангальчике. И бульончик, и все остальное. Так что, ребятки. Yes, борщ. You never had борщ. Never had борщ. Никогда борщ еще не пробовал. Сейчас попробует борщ. Так, ребята, значит, вот сейчас разжигаем угольки. Эта штука просто обалденна. У нас там еще дрова. Так что будет все отлично. Поехали. And then bam. И поехало. I mean, you already lit it, but I mean, let's give it a little more. Wow, your hairspray sucks, bro. It says extremely flammable. Okay. Smells good, though. Так, значит, трешка. Что нам нужно для бульона, для борща? Будем использовать вот такие вот косточки говяжьи, бычьи вот такие хвостики. Конечно же, кусок копченой ветчины, тоже с косточкой. А ребрышки свиные и парочку окорочков Буша. Буш, Джордж Буш. Короче, вот все, что нам понадобится для классного бульона. Но сперва мы их обжарим. Ребята! Ну, сейчас возьмем наше мясцо, вот эти косточки, и зажарим их, обжарим прямо на углях, чтобы вот этот вкус углей был в мясе, и это для бульона будет, муа, вот так. Вкусно. Alright, let's go. Положили мясо на гриль, на угли. Просто сейчас на углях обжарим мясо, чтобы оно было такое золотистое и приятный запах вот костра. И будем варить бульон. Ага, дымок. Yes! Listen to that. You know what that smells like? What? Delicious. Delicious. Капуста свежая, капуста солененькая и капуста квашеная. Сейчас это все покромсали, смешаем и запечем. Ингредиент борща. Свекла. Свекла. Сейчас мы ее просто на терочке. Вот таких вот три, как бы сказать, свеклы нам понадобится и три морковки. Сейчас я это все натру быстро на терочке и все. Alright, let's go. And some carrots. Ну, а для бульона нам нужно сельдерей, зеленый лук, морковка, лавровый лист, чеснок, белые грибы и лук. Так, ребята, мясо у нас уже вот жарится, аромат прям такой, прям так хотелось бы, чтобы они запаковали вот этот дым ароматный и в аэрозоль такой, в дезодорант после душа, я? I wish they had sprayed it that new car smell. New car smell. Так, значит, мясо кладем сюда, овощи сюда, заливаем водичкой и 4 часа бульончик у нас вот такой будет. Поехали. Alright! We're gonna like feed the whole second guard's tank army with this? This is only for 3 people, guys. We're generous with the portions. It's 3 people. It's gonna feed 3 people. 3 people! This is amazing. That's the beef shanks. That's, knuckles. That's shanky. Shanky shanky. Whoop! That's beef. Onion? Luke. Luke? Копченая ветчина. Smoky pork ham shank. Smell that. Oh, so good. Green onion. Зеленый лук. Морковка. Carrot. Carrot, морковка. Bay leaves. Лавровый лист. Белые грибы, сушеные. Чеснок. Garlic. Lots of garlic. Like a handful of garlic like this.
That works. That is so perfect. Oh, look at that water splashing all around. It's like commercial. Так, ребята, смотрите, бульончик мы поставили на огонь, вот на такой. Нужно, чтобы он кипел чуть-чуть, чтобы маленькие пузырьки такие были. Бульк-бульк, бульк-бульк. Над. Yeah, we don't wanna, an inferno. Не надо, чтобы там все выкипало. И сейчас мы займемся приготовлением зажарки. Iron skillet. Armor. It's the Russian helmet. It's an iron skillet. Those things are great. Are you kidding me? Берем чугунную сковороду на огонек. И вот сейчас мы обжарим еще наши свеклу, лучок и морковку. Так, ребята, чугунная сковородка у нас уже нагрелась. Я буду использовать подсолнечное масло. Не оливковое, а вот именно подсолнечное, потому что у него очень высокая температура горения. Вот, и я советую подсолнечное масло, и оно вкусное. Лук. И свекла с морковкой. О, запах. Ребята, и сейчас мы добавим сахара еще чуть-чуть и обязательно столового уксуса, чтобы наша свекла, она не почернела, не покоричневела, а оставалась такой красной. Ребятки, уксус обязательно, иначе свекла, она будет коричневая, а это прям вот сохранит свой цвет прекрасный красный. Ребята, небольшой секретик к борщу, к заправке для борща. Помимо томатного соуса, я недавно для себя открыл эту замечательную микс для кровавой мэри. У вас, наверное, тоже продается. Просто микс для кровавой мэри. Там устерческий соус, там немножко есть сладкого уксуса, сельдерей и все такое. Так, добавляем. Bloody Mary mix, guys. Ребята, Рэй, да. Капустку нужно поджарить, чтобы она была немножко такая обжаренная, слегка прям кончики подгорели. И такой аромат появляется, я смел. Арома. Капустка соленая и свежая, смешанная вместе. Ray! No! I haven't started the tape yet. No! My video tape is rolling, I can hear it. You rolling. Must go down! Stay! Not yet! Not no. yet! Not yet! No! No! Into the borscht. Yes. And Deborah Borscht! Let's see. Sour cream for Deborah. Oh, look at that, huh? Some of that parsley with garlic, right? Beautiful. First spoon by Ray Grossman of Borscht. Oh my dear God, give me two spoons. This is a two spoon job. This is a two spoon job. You want my spoon? Are you sure? I'll grab my own again, don't worry. Nah, I'm just kidding, but still, I mean. Two spoons. This is amazing. What do you think about the borscht? Eating now. Can't talk. This is good. Try it with the Russian dry with the butter.
No, no, not on top. You bite the bread with the butter, oh. And then you bite the borscht. This was well worth the wait. So 8 hours was worth it? Mm-hmm. How many hours soup is it? 6, 8, 20? It keeps going. Ooh, up. I hit a hot spot. Oh my goodness, so it's good? It's amazing. Are you kidding me? Have you ever had anything like this before? No, are you kidding me? All I've ever had is clam chowder. And maybe some tomato soup and some chicken soup when I was younger. I mean, nothing as good as this. So is it worth traveling to Russia and Ukraine to try this? Yeah, absolutely. Are you kidding me? Mm. Whoa. It's very good and smoky. You like? I like it. Because we grilled the meats, right? We grilled the meats, and I think it's those ham hocks. Oh, right? That's right, huh? Oh, it's dunk it in the soup, yeah. Yeah, oh, like this. Uh-huh. Mm. Much better than butter. Really? Mm-hmm. Oh my god. Yes, I'm eating like I was in the army. Leave me alone. Борщец, ох. Вкусно. Зеленого лучка. О. Oh, dip the bread in there. I know what I'm having for breakfast. I would say this is at 11. 11? Well, thank you. This is exquisite. You helped a lot. You guys did. Mm.